Вітаю, в ефірі «Спортпідсумок». Відкритий чемпіонат Хмельницького з бразильського джиу-джитсу зібрав більше 200 борців із різних областей України. Разом з подолянами за головний трофей змагалися спортсмени з Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Тернопільської областей. Хмельниччину представляли борці з Хмельницького та з Кам'янця-Подільського. Переможців обирали серед дітей і дорослих. Кожен із них провів від 3 сутичок, що тривали від 20 секунд до 5 хвилин. Перемога дитячої збірної Хмельниччини була очевидна, кажуть у федерації. А от старші спортсмени до кінця зберігали інтригу. Конкуренція точилася до кінця, і у нас є таке, ну, така категорія, яка називається абсолютна категорія, в яку входять всі ті, хто перемогли в своїх вагових категоріях. І тому, якби, можна сказати, загадкою, хто ж займе перше місце, бо тривало до самого кінця змагань. От, ну, але все ж таки з невеликим відривом від команд ми посіли перше командне місце, друге місце посіла команда зі Львова, і третє місце посіла команда з Луцька, там з невеличкими відривами. Дві наші команди стали призерками чемпіонату України з тхеквондо ВТФ серед США і клубів. Збірна Хмельницької юності здобула 11 золотих медалей, завдяки чому посіла перше командне місце. Одного з тренерів школи, Сергія Чайку, було визнано найкращим тренером. Його вихованці здобули 8 медалей найвищого ґатунку. Друге місце також належить нашим тхеквондистам. Його отримали вихованці 3-ї дитячо-юнацької спортивної школи, вигравши 6 золотих нагород. Двома перемогами закінчився для жіночої збірної «Новатор» перший тур Вищої волейбольної ліги України. На рідному майданчику хмельничанки спочатку виграли з рахунком 3-2 в запорізької команди, а наступного дня обіграли збірну чернівців з рахунком 3-1. І сьогодні до нашої студії завітав головний тренер жіночої волейбольної команди «Новатор» Олексій Колісецький. Вітаємо вас. Здравствуйте. Розкажіть про команду. Команда «Нова». Перша від нашої області жіноча волейбольна збірна виступає на такому рівні. Чому вирішили заявитися в Вищу лігу? Ми планували женський волейбол давно здесь, в этом городе. Ну, когда вот так вийшло, що я був за границей некоторое время, встретился с нашим руководителем, с президентом Федерации областного волейбола и по совместительству начальником клуба «Новатор». И он предложил мне стать главным тренером этой команды, так как я местный тренер, который здесь начинал еще 15 лет назад, хотели со своим специалистом сделать эту команду. И расскажите, яка вона команда? Кто складає її кістяк? Звідки є гравці? Ну, поначалу планировалось сделать чисто молодежную команду, составленную из игроков Хмельницкой области. Ну, в нашем клубе старший тренер работает супруга нашего начальника Александра Терещук. У нее было много подружек, с кем она раньше играла, которые заявили желание присоединиться к нашему клубу и помочь нам более быстрее и качественнее сделать команду. Сколько часу знадобилося, чтобы створить команду? Швидко створили, чи все ж таки так планомерно? Ну, полностью комплектацией, опять же, занимался наш президент клуба и его супруга. Так же, как они меня приглашали, так же они договаривались с тренерами областными, с игроками. И мы за полтора месяца собрали, ну, то, что мы сейчас имеем. Какие завдания ставите на цей чемпионат перед командою? Ну, я уже говорил, что поначалу, конечно, хотелось бы попасть в первую четверку, которая будет разыгрывать путевку в Суперлигу. Ну, задача стоит попасть туда, а дальше уже как пойдет игра. Відіграли вже матчі першого туру, вони закінчилися на вашу користь. Чи задоволені грою, яку показали дівчата? Ну, я рассчитывал, сыграем немножко лучше. Я не учитывал, что у нас, ну, как много молодых игроков, которые, ну, еще не то, что там страх имеют, но еще опыта не хватает на этом уровне. И немножко надеемся в дальнейшем они будут играть лучше и, опять же, качественнее волейбол будем показывать. Яка з ігор запам'яталася більше? Запорізької команди чи Чернівців?
С Чернівцями было немножко интереснее. Команда дружнее. Запорожская команда была опытнее, повзрослее. А Черновецкая команда была моложе, и они играли более, я не знаю, очень заряженные вышли на это. Тем более они выиграли перед этим у Запорожья, обессиленного после нашей эры 3-2. Никто не думал, что они в них выиграют, но они в них выиграли. И с этим же настроем они набросились и на нас, поэтому было с ними очень тяжело играть. С каким настроем играли наши девчата? Как выходили на майданчик? Как были налаштованы? Как вы их подготавливали до этих первых матчей? Ну, выходили все, естественно, только побеждать. Только побеждать. Но вот с Запорожьем было тяжелее. Потому что команда, то, что она взрослее, поэтому немножко было тяжелее играть. С Черновцами настрой был очень сильный, потому что Черновцы выиграли до этого в Запорожье. Естественно, мы уже видим, что они были сильнее. Настрой был сильнее. Вначале это было видно. Но после двух партий что-то у нас немножко не пошло. Те начали рисковать, терять было нечего. И мы немного упустили игру. А в четвертой партии опять же вышли, собрано и сделали то, что мы договаривались. Когось можете выделить из нашей команды? Кто проявлял себя краще, або все играли на рівних, как вы вважаете? Ну, вот в первых играх как раз более опытные игроки сыграли более увереннее. Более уверенно. Молодежь еще пока к этому должна стремиться, и мы надеемся, что уже в следующих играх будет более уверенная игра. Команду утворили швидко. Як готували також в такому швидкому режимі? Ну, мы готували в швидкому, потому что времени было, опять же, мало. Мы собрались на месяц-два позже, чем должны были. Собрались все в парке. Физическая подготовка была серьезная. Уже зашли в зал, начали с мячами, все как должно быть, готовились уже к играм. Зазвичай, в каком режиме тренуетесь? У нас 10 тренировок в неделю. Когда нет игр, выходной только воскресенье. Такий насичений у вас график. Да, ну опять же, у нас и команда полупрофессиональная. Такое бывает, игроки некоторые еще и работают. Кто учится, кто работает. Поэтому мы во время тренировочного процесса успеваем и учиться, и работать. Такие комплексные занятия выходят, да. Так? Поэтому не всех получается быть на всех тренировках пока. Но стараемся это все компенсировать вот количеством тренировок. Чему навчаете? Как відбувається тренування? Лише в залі чи чомусь ще приділяєте увагу? Не, ну здесь волейбол такой вид спорта, что нужно уметь все. Во-первых, физическое должно быть состояние серьезное. Вот так же, как мы сыграли 9 партий за 2 игры. Я думаю, только из-за того, что мы физически нормально работаем, хватило сил спокойно закончить это домашний тур. Опять же, техника. Очень большое внимание уделяем технике, потому что для молодых игроков не все еще обладают всеми навыками волейбола. 9 команд гратиме в вищій лізі, вже грають. Що знаєте про суперників? На вашу думку, яка з команд складе головну конкуренцію хмельничанкам? Ну, всіх суперників ми ще не бачили, але я так зрозумів, що слабких суперників, мабуть, в цьому році не буде. Так же, як от ви бачили, ми грали з великим трудом, обіграли своїх суперників. І дуже сильні команди є в Львові, в Киеве, в Харькове. Я думаю, со всеми предстоит тяжелая борьба за победу. Так же, как и здесь, дома. С кем бы наибольше хотели зіграти, поміритися силами? Є така команда? И мы сейчас хотим со всеми помериться силами. И уже когда закончится этот круговой турнир, определится первая четверка, там вторая пятерка. И тогда уже будем знать полностью все о соперниках. Можно будет подготовиться к конкретной игре. Так как сейчас мы этого не можем сделать, и бороться. И расскажите про сам чемпионат, сколько будет этапов? Ну вот первый круг мы сыграем каждый с каждым, и определяется финальная четверка. И вот на этих каждый с каждым 4 тура определим, кто будет выходить. Переможець будет вызначен этого года, или уже наступного? Ну это уже наступный, 17-й год.
Мы сейчас сыграем последний тур в этом году в Белой церкви. После этого будет 2 месяца только тренировочная работа. И уже с февраля месяца начнется основной этап. Что можно еще сказать про хмельницкую команду? Чи є щось таке, що її вирізняє? На вашу думку, там є і ми знаємо, є і молоді гравці, і більш професійні. На вашу думку, це плюс чи навпаки це додає важкості трошечки, складнощів, скажімо так, на тренуваннях, на грі? Як взагалі дівчата їх грають? Ні, ну це дуже допомагає. Старші дівчатки допомагають, розказують, об'ясняють молодим. Я як тренер одно, а друге діло во время гри на площадці, звісно. Очень сильно поддержка чувствуется опытных игроков. Это только плюс. Завдяки чому вам вдається так утримати цю підтримку в команді? Мабуть, тут велика робота і тренера психологічно налаштувати. Ну, с этим тоже работаем. Но я думаю, что те девочки, которые к нам приехали играть, все хотят чего-то добиться. Что некоторые еще не играли вообще на взрослом уровне. Некоторые игроки недавно закончили. Но еще не наигрались, хотят еще. Потому что спорт это не так просто закончить. Хочется продолжения. Хочется, так. Да, продолжать это все. Поэтому я думаю только за то, что они все хотят играть. У нас в команде нет игроков, которые не хотят играть. Все выходят и на тренировки, и в игре видно, что хотят. И с такими людьми приятно работать. І щодо професійних гравців, знаємо, є гравці зі складу навіть національної збірної, які там грали, так? Да. Розкажіть про них трошечки більше. Хто це? Яку функцію в команді виконують? У нас пасуюча є Тетяна Хилюк. Вона грала в збірній України, грала на Хімік Южний, сильніша команда України. Ну, опять же, прошлий год пропустила, залечила травму. І в цьому році вона у нас. Повернулася продовжувати волейбольну кар'єру. Вона так не так далеко живе здесь, в Тернополі. Тому теж всі, хто поближе к нам, ми згуртовуємося. Ну, як налаштовувати команду вже перед матчами другого туру? Ну, підготовка вже йде повним ходом. Зараз граємо контрольну гру, з'їздимо в Нетішин в воскресенье. Там теж молода команда є, хороша, перспективна. Вони виступають в першій лізі України. Це так, своєрідні тренування, так? Да, вони їдуть свої турніри грати і заодно поміряються силами з нами. Ми подивимося, може бути, на перспективних ігроків в дальнейшому. Це наша Хмельницька область. І повертаємося в Хмельницький, 4 дні готуємося і виїжджаємо в Білу церкву. Добре, ми вам дякуємо за розмову і бажаємо команді лише успіхів. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні у гості до нашої студії завітав головний тренер жіночої волейбольної команди «Новатор» Олексій Колісецький. Зустрінемося з вами вже за тиждень. Хай щастить!